кто изучает Упанишады, тот бывает очищен огнем, тот бывает очищен ветром, тот бывает очищен солнцем, всеми духами и Господом. Изучение Упанишад словно омывание во всех священных водах, словно исполнение всех священных обетов и ритуалов. Изучающему Упанишады достаются плоды всех заклинаний, мантр и молитв. Он очищает 10 предыдущих и 10 последующих поколений. Он очищает своих сотрапезников и собеседников. Он очищается ото всех грехов и становится великим. Из Пайнгала Упанишады.